Всем привет, друзья! Продолжаем мы с вами играть в World of Tanks. Ну и продолжаем, собственно, качать нашего шведа. Шведа, как видите, половину я уже необходимого вкачал. 35 тысяч. Сейчас впереди у нас 2 дня будут выходные. А вот зря я нажал. Очень зря. Забыл я одну вещь сделать. Впереди у нас 2 дня сейчас будет выходных. И я постараюсь докачать. Я точно знаю, что у меня примерно они будут более-менее свободные. И я собираюсь как следует поиграть. Докачаться до 7-го левела. И уже в понедельник выдать вам ролик с 7-м левелом шведов. Как-то так. Вот как-то так. Так что мы сегодня, друзья, последний раз, друзья, видим нашего 6-го шведа с ТРВ-74. Дальше у нас, если меня память не помутнилась, это как раз вот Лео, который у нас в этом бою в топе. Будем уже рассекать на нем. Ну и попадаем на карту топ 66%. Это первый бой с И7. Так что сейчас буду тормозить. Долго загружаться. Пробил, как нож в масло. Отлично. Вражеская машина продырявлена. Пробил. Теперь у них там сквозняк. Отлично. Пробитие. Вражеская машина продырявлена. Почти насквозь.
Да чтоб тебя! Одним меньше, зашибись! Первая кровь! Попадание в каток! Пробил! Эко порвало! Не расслабляться, заряжай! Между первой и второй перерыв не обязателен! Цель понял. Проткнули, гаденышу, Бердан. Почти насквозь. Ладно, пойдем перк стрессоустойчивость прокачивать. Погнали!
Попал в ходовую. Пробил. Ведем цель. Отлично! Перфорируем гада. Пробитие! Нам поломали движитель. Цель потеряна. Ищем новую. Мотор починили, но дальше поедем осторожно. Попадание в каток. Пробитие через гуслю. Отлично. Вражеский танк перешел в режим петарды. Первый фраг. Попал в ходовую. Вражеская машина продырявлена. Почти насквозь. Земля пухом, котлеты мухом. Нас разули. Куда поехал? Чемодан забыл. Порвут в любой момент. Можно ехать.
Пробитие с летальным исходом. Уже три фрага. Почему нету голоса? Я его что, выключил, что ли? Ну, это на самом деле печально, если так. Если голос только сейчас появился, это жопа. Получается, что я нечаянно ткнул мышкой и попал в отключение звука, что ли? Ну это жесть. Это не просто жесть, это жестокая жесть. Черт. Блин, столько болтал и все напрасно. Все напрасно. Ну ладно, давайте там последний бой. Я не знаю, там был звук, не был звука. Так, вот здесь есть кто? Вражеская машина продрела. Есть контакт. Чито порадовал. Давай. Чито? Чито? Так, странно, что вот здесь никого не видать. Обычно здесь на горке народа, особенно на маленьких уровнях, тут просто не протолкнуться. А это как-то прям вот вообще никого. Затаились скотобазы. Так, ну отбегался 4-о. Ну и японец отправился на тот свет. А у них 29-ка с этой стороны бегает, да? Давай, со мной спустимся вниз и попробуем зайти вот здесь вот. Уж кого-нибудь увидим. Ох, мать! Да ты чё творишь-то? И
изверга. Вот ты вот как-то не вовремя, а КВ-85 из-за тебя пропустил у Дода. Вон там, через дырку проезжал. Так. Так. Ох, мать. Вот это я вкусил. От кого-то. Ну, лампочки, блин, нет до сих пор. Вот я и порою как тут маюсь. Так, вроде выигрываем 4-2. Это, конечно, хорошо. А кто мне там накинул? Какой дегенерат? Кто это был? На Шорн? Ух ты ж, стоит. Сейчас дуршлаг его превратим. Стоит. Ой, а и ты здесь уже. Да что тебе? ПТХ. Кажись, в гуслю попал. Да что ты, попали в гуслю. Низко пошел снаряд. Дождем. Ты меня за... Дальше много мата. Вражеская машина продрявлена. А, промахнулся. Гундурасик, я к тебе еду. Дружок, принимай пирожок. Надеюсь, меня там арта только не подрежет. Где ты тут? Скрылся. Следим за гадом. Сеня, ты чем стреляешь? Боже мой, аптечками? Я не на ту кнопку нажал. Держать цель. Цель недоступна. Боже мой, вместо того, чтобы выстрелить, попытался его на прицел взять. Гиперный театр. Бывает же такое, а? Ну, не каждый бой набивать по 2000 на 6-м-то левеле, правильно? Но я как-то даже не заметил, как мы здесь победили. Как-то хопа, и уже везем 4 танка. И это довольно смешно. Ну и после этого боя я, наверное, закончу эту серию, друзья, потому что я так и не понял, записались ли у меня со звуком первые две серии, первые два боя. Если нет, то смысла продолжать нету. А если да, и там была лишь кратковременная у меня неисправность, то ну, будет небольшая такая серия про танки в три боя. Про этого вот дегенерата мелкого 6 уровня. Блин, прям в башню впили, а? Впилили, сволочи. Ну ладно. Неплохо покатали, все равно 3 победы подряд. Это здорово, это всегда здорово. Что у нас там, средний показатель какой? Он должен быть хороший. Как-никак, он мне даже компенсацию заплатили. Походу кто-то из своих мне впендюрил. Так, 3 боя, 2 победы. А, ну да, мы же первый бой проиграли. А дофига набили, но проиграли. Ну да, средний дамаг 1400. Ну, нормально, друзья. Ну и на этом с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели. Извиняюсь, что мало. Ну, так вот получилось. Всего хорошего и удачки.